стажары, плеяды. Субару, семь сестер. 28 марта 2021 год, Харьков. Да, но мы здесь, конечно, не за этим. Ага, вот этим. Двадцать восьмое марта 2021 год, Харьков. Девятнадцать пятьдесят пять по Киеву. В Харькове. Сильно завысил светочувствительность, просто чтобы снять плеяды. Иначе никак. Теперь приходится искусственно понижать светочувствительность. Так, ждем МКС. Ну, мыльненько. Ну, там на 125 ISO я буду снимать, и уже снимал. Это все в ожидании МКС. МКС сейчас пролетит возле, через Большую Медведицу. Где она? Вот она. Вот это у нас Дубхе. В половине углового градуса. О, я даже вижу. Вот, вот как классно. Вот это справа звездочка от Дубхе. И ровно на таком же расстоянии от нее правее еще будет лететь МКС. Так, хорошо. Пять минуточек осталось. Пояс Ориона снять. Боже, какая погода прекрасная. Ветра нет. Тучки разошлись. Теплый. И даже грязь высохла. Пояс Ориона. Ладушки, буду я настраиваться на уже съемку МКС и Луны. И никак я МКС не поймаю. Вот так. В хорошем качестве, в смысле, не поймаю МКС. Так. 19.58 по Киеву в Харькове, 28 марта 2021 год. Через 4 минуты будет на западе взлетать МКС. В смысле, взлетать. Появится.